Приезд Деда Мороза – это всегда сказка. Для наших детей очень важна сказка, впечатление, как и для любых детей. Вот. Наши детки очень любят вот эти все впечатления, ощущения новые. Они все им для развития очень-очень даже на пользу. Для нас очень важно, мы очень рады. Не обижу. Отправляйся, ёлка, в путь, украшения не забудь. В новом платьишке на диво будешь выглядеть красиво. Череповец в этом году, он такой полуофициальный, так скажем, визит. Вот я приезжаю, так скажем, к непростым, к особенным ребятам прежде всего в разных городах. Это вот детские дома, подобные учреждения, где непростые детки, где мое внимание помощников нужно в первую очередь. И поэтому здесь вот ребята, не, сама видишь, непростые, но добрые педагоги, очень внимательные. Родители, которым приходится больше, чем другим мамам и папам, отдавать себя, свое свободное время для своих деток, чтобы они ни в чем, так скажем, не нуждались. И тоже, чтобы у них был праздник, чтобы они были довольны и счастливы.